Христос воскресе! Сегодня, в прошедший день литургический, была память Павла Фивейского, а сегодня Антония преподобного египетского. Антоний известный миру человек и поэтому считается начальником монашеской жизни. Но Павел, который был раньше, вчера, считаем, он больше в том смысле, что он неизвестный был миру, 91 год прожил в пустых местах, с Китая, если так, по пустыням, и Богу угождая. Антоний видел его и потом говорил, я не монах, но я видел монахов. А те, кто видели Антония, тоже говорили, что я не монах, но я видел Антония. Это вообще очень хорошие слова для смиренного человека. Например, когда молодой доктор, который ассистировал какому-то великому хирургу, потом будет полжизни говорить, я, конечно, не хирург, но вот я был у хирурга ассистентом. Или какой-то молодой художник сказал, я-то сам мазила, но я бывал в мастерских великих мастеров. Или какой-нибудь музыкант скажет, я, конечно, какой-то музыкант, я лабух деревенский, но я слышал, как играют великие мастера. То есть каждый из нас должен искать тех, кто выше нас, чтобы у них учиться именно в своем деле, в своей профессии, в своем служении, для того, чтобы потом сказать такие слова. То есть я не монах, я не священник, но я видел священников. Вот. И я там, говорит, там, я не мать, я такая... кукушка, но я видел настоящих матерей и так далее. Это такие очень полезные слова для каждого человека. И вот мы сегодня почитаем Антония Великого, который считается родоначальником монашеской жизни. Монашество, оно же возникло спонтанно, его же никто не готовил, не придумывал в лабораториях какие-нибудь там научно-исследовательские институты. Никто такого себе придумать бы не смог, чтобы не есть, не пить, не жениться, значит, одеться в какую-то убогую одежду и жить в пустых местах и молиться Богу постоянно. И вот появились первые люди, которым это удалось. Вот один из них – это Антоний. Значит, он осиротел, имея на руках младшую сестру еще. Какой-то он имел достаток там, значит, в сельской жизни своей. Однажды в церкви он услышал, как читали Евангелие, и было сказано «раздай все и следуй за мной». И он почувствовал эти слова, как обращенные к нему лично. Может быть, у вас тоже такое было в жизни, когда вы слышите на службе какое-то слово евангельское или проповедническое, или апостольское, и оно как бы обращается лично к вам. У вас какая-то проблема, вы именно с ней пришли. Вдруг звучит слово, как будто к тебе обращается Бог. И Антоний воспринял эти слова, и они его пронзили. И он продает свое, все, что там у него было, оставляет свою сестричку на попечение родственников дальних и отдает все, что у него было им, там остальное раздает, и уходит для того, чтобы каким-то образом жить. Вот раздай все и следуй за мной, куда за тобой следовать? Он находит себе какое-то место, начинает там пытаться жить, вот постоянно думая о Боге, с книжкой в руках и в молитве. И там он вызывает на себя целый шквал борьбы из невидимого мира. Это была странная жизнь, непонятная. К нему приходят видимым образом различные эти злые духи. Говорят, а что ты пришел сюда, иди отсюда. Что ты, значит, тут делаешь? Это наше место пустое. И там его избивают, там он терпит там всякие разные злоключения. Но он это все перетерпевает как-то Божьей милостью. То, что нам трудно понять, мы так издалека это все можем описывать, потому что мы этого представить себе не можем. Потом он спрашивает Господа, как ему жить. И ему дается такое зрелище. Такой человек, это недалеко от него, корзины плетет из веток пальмовых. Плетет, потом утомился, видимо, отложил корзины, стал на колени Богу молиться. Потом молился, 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 потом, видимо, устал молиться, встал, взял корзины и дальше их плетет. Потом устал плести, положил корзины и опять Богу молиться. И это был ему урок такой, был ему голос такой, молись и трудись, вот тебе все правило. Это весь монах. Молитва и труд – это весь монах. Значит, у нас когда-то был здесь Сафона, отец Порфирий, или Парфений, Парфений. Значит, выступал перед детьми, я уже говорил это в актовом зале. Значит, и дети там спрашивали его, ну, переводчик был, он грек. Дети спрашивали там, значит, а есть у вас мобильный телефон, ну, такую всякую, там, детскую такую чепуху спрашивали. А там, значит, а что вы кушаете, там такое спрашивали. А чем занимаются монахи в свободное время? И он говорит, там, у монахов нет свободного времени. Вообще нет. Они или в храме, или на работе. Они работают с утра до вечера. Вот. Настоящие монахи, в принципе, должны работать. Работать должен каждый человек вообще-то. Нельзя есть хлеб даром, надо трудиться. Трудиться всяким образом. Там, если ты репетитор там, и учишь ребенка понимать физику, то ты работаешь. Если ты там оформитель, там, что, там, клеишь, красишь, там, ты работаешь.
если ты там водитель, там возишь детей в школу там, или продукты в магазин, ты работаешь, надо работать обязательно. Так недавно был такой фильм тоже про Афон. «Где ты, Адам?» Такой был фильм, прямо на экранах прошел, такой про афонские монастыри. И там снято прям вот как бы день как они пашут. Ну, я вам скажу, они пашут, конечно, там вот, если так это все склеить в одну ленту, это просто вот как стахановцы раньше пахали, как мы раньше в фильмах видели. То есть там один, понимаешь, там на кухне там толчется, другой стирает там это белье, там все, что там есть, там на весь монастырь. Там третий там из строя что-то там укрепляют, дамбу там какую-то, или там причал какой-то делает. Четвертый там какой-то дизель там ремонтирует там под электрику, там автономную систему электрическую там. Пятые там просфоры пекут, шестые там убирают в храме с утра до вечера. И потом и службы по 8 часов, и потом работа, служба, работа. И потом валятся с ног, и там потом ходят, их будет, они поднимаются опять работать, молиться. Вот так люди спасаются. А сейчас это очень важно, потому что как бы много помощников у человека появилось в лице домашней техники, в лице всего того, что мы не делаем сами, оно как бы само нам делается. И кроме того, возникла еще большая похоть иметь все и сразу. И это сильно вредит людям, и духовным, и недуховным. И вот Антоний такой нам, он, в общем-то, родил целое направление жизни. И велик был этот величий человек. Я потом поищу, если найду у себя в библиотеке там изречение святого Антония, завтра специально почитаю после службы некоторые его слова для нас, для всех, потому что он учил людей потом. Он вышел из своего затвора, там такого это, пустынничества, посвященный в тайны, объятый Богом, и Господь ему повелел других назидать и учить. Ну, так что мы там завтра, может быть, что-нибудь почитаем, узнаем такое. Ну, можете представить масштаб личности, когда монахи собрались поговорить там, о каких-то духовных вещах и стали вспоминать, что кто помнит из Святого Писания. И один вспомнил что-то там из книг Моисеевых. А у Моисеевых книгах, там, в этом пятикнижии, там много таких темных мест непонятных. И один говорит там, я думаю, что вот это значит. Кто говорит, я думаю, это значит. А ты что думаешь, отец Антоний? Антоний молча встал, ушел. За ним проследили, куда он пошел. Он пошел куда-то далеко в пустыню. Потом воззвал к небу, говорит, Боже, пошли Моисея, пусть мне объяснит. И Моисей явился и говорит ему, там, это значит так-то, так-то и так-то. Он поклонился и пошел обратно, пришел молча. Говорит, я думаю, это место означает вот это. Ну, спасибо. То есть это вот человек был такой, значит, так мы называем, небесный человек и земной ангел. Преподобный богоносный Антоний. Там про него можно долго всего рассказывать. Вот мы сегодня совершаем память его. Значит, это один из тех дней, друзья мои, когда мы можем помолиться Богу за всех монахов. Потому что наша жизнь зависит от того, есть в нашем народе монахи или нет. Если в народе монашество, как бы так сказать, исчезает, выветривается, если это значит, что люди стали ленивые, плотоугодливые и безбожные. Что нету таких людей, которые готовы с детства, с юности послужить Господу полностью. И вот наша жизнь напрямую от монахов зависит. Как один говорил, Амвросий, старец говорил, что вы мирские, вы лоза плодовитая. Вам рожать, воспитывать, строить, покупать. На вас тяжелые грозди. А мы, монахи, палка сухая. И мы вас подпираем. Если эту палку забрать, то вы будете на земле лежать. То есть вы сгниете на земле лежа. А мы вот эта сухая палка бесплодная, казалось бы, да, мы вас подпираем, и вы там в воздухе висите, как бы, значит, и гроздями отяжеляетесь, этими виноградными. Это правда, это мы очень сильно зависим друг с другом. Вот надо бы нам как бы помолиться Богу об этих людях, потому что, чтобы мы сегодня жили без войны, и без голода, и без эпидемий, и чтобы всякая дурь от нас отцепилась, нам нужно всего лишь, там, может быть, 5, 6, 7 святых монахов на всю Русь, настоящих, таких, как гвозди. Такие, чтобы никто не знал, где они есть. Чтобы он себе сидел в келье и плакал. Четки тянул и плакал только перед Иисусом за всех людей. Хватит. Одного, двух, трех. На всю Россию хватит. Это самые важные люди Земли. С точки зрения земных удовольствий, это сумасшедшие люди Земли. Чего это надо себе лишить всех радостей? С какой стати? А с точки зрения Царства Небесного, это самые умные люди Земли. Мы просто раньше всех поумнели. То, что мы поймем только в смерти своей, день смерти поймем. Надо было по-другому все. Ай, надо было по-другому жить. Надо было все по-другому делать вообще. Говорить, думать, все по-другому. В день смерти мы будем готовы к монашеству. Ой, я бы сейчас пожил бы еще. Вот бы точно бы постригся, бы в монахи бы пошел. А уже все, до свидания. Они просто раньше всех поумнели. Монахи — это люди, которые стали умными раньше всех.
То, что мы узнаем в день смерти, они узнали раньше. И они это все поснимали из себя, это дорогое, красивое, и одели на себя черное, и пошли Богу трудиться. Это если все хорошо и все по-настоящему, когда нету там всяких этих плеток этих туда-сюда, вправо-лево, там, и клиру, и мир, по-настоящему. Так что вот такая память сегодня. И заметьте себе, что Антония дернул за сердце Господь на монашество, на странную жизнь, через Евангелие, через службу. Службу служили, какой-то батюшка служил египетский, никому неизвестный, кстати, никто не знает, как его зовут. Служил, пел, читал, почитал Евангелие. И в это время кому-то стрела вошла в сердце, Антоний, говорит, брось все, раздай все, иди за мной. И появился святой человек. То есть на службу нужно ходить. На службе с человеком происходят благие перемены. Здесь в тебя влетает Божий подарок. Как бы, и потом ты ходишь с этим, не знаешь, как дальше жить. Как бы. Потом дальше Господь еще тебе дает, еще, еще. И через службу Он нас как бы моет, вымывает с нас эти все наши грязи сокровенные. Сокровенные грязи. С такой, с явной грязью разобраться легко. А вот с сокровенной, с тайной грязью, которой пропитался человек, очень трудно разобраться. И нужно просто на службе стоять. Стой на службе, слушай, как поют. Стой и слушай, как читают Евангелие. Стой и слушай. Молчи и слушай. Мысль пришла лишняя, гони ее. Стой и слушай. Еще одна мысль пришла, гони ее. Стой и слушай. Потом свое что-нибудь Богу скажи. Помилуй меня, Боже, повелиться милостью. Просвети, очисти, защити, наставь и так далее. То есть вот упражняйтесь в молитве церковной. Дорогие христиане, пока время есть. Время, оно всегда коротко. Но вроде есть, потом шмых, его нет. Вот поэтому пока есть, упражняйтесь. Сегодня Антоний. Завтра тоже я постараюсь что-нибудь найти на общую пользу. Для того, чтобы прочесть нам всем его слова. Что он такое говорил? Он очень интересные вещи говорит. Аминь и Богу слава. Христос воскресе!